Более 100 тысяч литров этилового спирта, 13 тысяч литров спирта и 1 миллион бутылок под так называемый алкоголь. Такое количество запасов сырья увидели оперативники на складе завода. 20 сотрудников днем и ночью готовили алкогольный коктейль на специализированном технологическом оборудовании. В запасе у нелегалов и специальные этикетки, и поддельные акцизные марки. По факту производства и сбыта нелегальной продукции возбуждено уголовное дело. Чтобы собрать доказательную базу, проведено почти 300 различных экспертиз. В настоящее время утверждено обвинительное заключение в отношении одного из участников организованной группы. В отношении остальных участников организованной группы материалы будут направлены в суд после завершения необходимых процессуальных действий. Суррогатный алкоголь с этого завода в продажу уже не поступит. Он уничтожен уполномоченными органами. Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.